В России отменяется банковский роуминг. Закон об отмене комиссии банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами принят в третьем окончательном чтении. Изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан. Нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации по сравнению с внутрирегиональными переводами. Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке России, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.